Решения 20-го съезда КПСС предусматривали ускоренное развитие производительных сил восточных районов страны с их богатыми природными ресурсами. Создание здесь крупнейшей топливно-энергетической базы, мощного металлургического производства, химической промышленности, новых машиностроительных центров. Реализация их была невозможна без использования новейших достижений науки и техники в промышленных производствах Сибири и Дальнего Востока. Требовало значительного увеличения научного потенциала этого края. Видные советские ученые, академики Лаврентьев, Соболев, Христианович предложили организовать в Сибири крупный научный центр с институтами разных направлений. Эта идея получила широкий отклик научной общественности. Многие известные ученые объявили о своем желании поехать работать в Сибирь. В июне 1958 года утвержден проект Новосибирского научного центра, который планировался как город-спутник и в ближайшем будущем мог служить образцом для претворения в жизнь современных требований советской градостроительной науки.